Ладно, я вернулся. Ну и для тех, кто в записи смотрит. Идем дальше. Episode. Маньяк, все дела, как полагается. И следующий у нас, это будет Zato One. Ну или Эдди. Эдди умер и переплатился в Zato One, потому что его какие-то темные силы, темная какая-то сущность захватила и воскресила его. Ну как Веном почти, можно сказать. Да, опять это место. После того, как умер и воскрес... И произошло неполное воскрешение, сердце Зато забыло все свои эмоции. Но он был... Но он стал сильнее, как бы. Прости, что заставил тебя присоединиться ко мне. Просто не беспокойся. Это великая честь для меня. Я так перевел. Я спрошу тебя кое о чем. И о чем? Давным-давно я чувствовал силу какую-то там, которая имеет последствия, видимо. А может не последствия, но сейчас я могу ожидать этой эмоции какие-то. Победа или проигрыш. Все, что я чувствую, это КСРСР, он то есть ничего не чувствует. Контроли, не знаю, что такое контроли. Я чувствую уверенность, я могу использовать ее на 100%. Я могу использовать силу на 100% текущей битве, как бы. Понимаю, твой вопрос чрезвычайный, зен какой. Студент спрашивает, и мастер учит. Это будет интересно. Тяжело переводить, ребят. Все на ходу переводится. Потому что слишком быстро все. Помни, мое имя Zato One. Да, держи свои дела при себе, да. Zato One считают одним из самых сильных игроков. Ой, не игроков, а персонажей в данной игре. Лично я им играть никогда не умел. У него очень сложные техники. Мне кажется, он самый сложный для изучения персонаж. Его атака это что-то, блин. У меня нет понятия. Тень ее просто сожрал. Ничего не получив после всего. Что это такое? Мне так кажется, переводится. Может и неправильно. Да зараза. Так. Ой-ой-ой-ой-ой. Да ты мощная. Ну когда я за нее играл, это была вообще мощь. Блин, зараза, зараза. Так, мне надо посмотреть суперприемы. Не дестрой. Дестроить я делать, наверное, больше не буду. У него все на S, да, на
понятно, в воздухе, а вот HS есть. Аморфол. Блин, какой комбу сделать-то? Опасно очень. Поздно. Вот я сделаю больше. Это тебе, чтобы энергию поднять. Типа того, да, на кого-то. Если тебе не все равно насчет битвы, так ты проиграл уже. Ай-яй-яй-яй. Что с тобой делать-то? Оставь ты меня в покое. Им вообще по-другому играет. Хотя нет. Им оборонительно лучше играть, чем нападающим. Да блин. Зараза. Ой-ой-ой. Что-то everything grows to do. Не знаю, это значит. Тупость, что ли? Все вырастут. Все растут тупыми, что ли? Сила, конечно. Твоя странность ки топчется. Открытая магия, естественно, это не имеет значения, что ли? О, Потёмкин. Потёмкин из Потёмков. Контакт, связь. Блин, Потёмкин опасен вблизи, надо его держать на расстоянии. Блин. Если уметь играть Зато, он очень мощный персонаж. Я не говорю, что я так уж
плохо им играю, но и хорошо я не скажу. Блин, потемки, конечно, опасный. Цель нейтрализована, типа. Копирую. Я не адаптировал. Я не привык к моей стратегии. Короче, я не могу привыкнуть. Я не могу использовать мою стратегию твоими атаками, я не даю тебе время. А, я не могу привыкнуть, видимо, блин, к твоим атакам, к твоей стратегии. Видимо, адаптироваться, да? Блин, то я понял, как переводится, а потом я решил немного перевод поменять. Так. Блин, ну это капец. У него урон больше, чем у меня. Но он медленный. Я про Потемкина. Хотя и Зата не сказать, что быстрый. Чип заново побыстрее будет. Да что, меня завалился? Блин. Что такое дебриф? Блин. Адаптироваться к моей стратегии, твоим атакам, я не дам тебе времени, чтобы адаптироваться к моим. Не теряй свое время с трюками. Понял. Тёмкин. Тёмкин. Так это говорится по-японски. Так. Там что-то, смотрите. Сделать так, отпусти, потом отпусти так. Довольно непростые техники у него, у этого. Зато. Так, Грэд Уайт. Это в честь группы Грэд Уайт они назвали так. Флэш, да? Флэш это треугольник. Блин, почти. Почти в сухую. Блин. I'm
Это ненадолго не задержит меня или эксайтинг? Ну, эксайтинг это поведение волнует меня, наверное. Я завидую способу твоего dedication, не знаю, такой как мотивировать тебя, хотя я предпочел, чтобы сила переполняла меня или преобладала надо мной. Я знаю все насчет тебя, Зато Уан. Ты не получишь анестезию. А, черт! Блин. А нет. Я выиграл. Я думаю, я проиграл на брос. Как видите, если уметь играть за то, он вообще просто сумасшедший. Это просто кошмар. Это ненадолго волнует меня, он, наверное, так имеет в виду. Стрейт. Ты должен победить меня, если я что-то триумф, не знаю, триумф? Если я одерживаю триумф, это значит, что судьба ничего больше, чем выживание. И Фитос, я не знаю, что такое. Дизи. Привет, Рома. Так, это мы уже переводили. Да посмотрим, как мы с Дизи справимся. Блин. Ай! Да блин, хорош, Соник. Да блин. Да погоди ты. Наконец-то. Блин. Да ё-моё, зараза ты такая. Oh!
играть нечего, новинок нету. Я даже не знаю, что ты хочешь из новинок. В этом году новинок очень мало. Не то, что хороших, нормальных новинок. Я растут тупые. Я извиняюсь, это было полностью преобладанием, не знаю. Эдди был оверзелл, что такое взелый? Оверзеллс, он был бы доволен как бы соединением с тобой. Шутер умер, умрут скоро, они никому не нужны. Киберпанк, если только. И Дум второй. Ну и все. Если бы шутеры кому-то были нужны, их бы все производили. Но их не производят что-то, ни черта. Только если там похожие на старые там шутеры, типа там Iron Fury, который мне не зашел, но его пытаются оправдывать. Хотя что там оправдывать, я не могу понять. Жди Дума второго. Или в первый поиграй Дум. Почти. Перфект. Есть. Это первый перфект у меня. Так-то у меня были и раньше такие. Миссия, цель в жизни. Если сердце компашу, не знаю, не выше меня, я не потерян, как ты. Попробуй там этот. Как он вышел? Вышел же что-то, какой-то зомби, что-то там, про зомби. И еще вышел по ходячим мертвецам, что-то там, твое решение, это второе, что-то там. Лорд Зато, простите меня за то, что покинул вашу сторону. Реально из шутеров я даже не знаю, кто есть-то. Зомби-армия какая-то вышла там. Только это знаю. Doom 2. Да зараза, да ты какого? Ладно, ты мощный. Признаю. Но Doom 2 еще не вышел. Да я и в первый не играл.
ну, ремейками, если в виду. Да за зараза! Так, рыбка, рыбка. Кусай его, кусай. Блин, это рыбка, это просто какой-то чит. Доверьте себе. Ты сильный. Ты сильнее, чем это. Какое? Ты, кажется, вспоминал о своей значимости. Рекогнишн, это такое. Это то, что я сейчас ищу, видимо. Что такое? Может, преданность какая-нибудь. Так, Милия. Она в ихней же группировке. Хотя мы можем только тренироваться, я не отступлю. Это проблема для тебя. Ты не остаешься? Не беспокойся насчет меня, да, мы тоже делаем боксы. Так когда мы за нее приходили, я хочу стать сильнее, чтобы защитить тебя. Для меня это необходимо. Но почему ты сражаешься? Хороший вопрос, я пытаюсь найти ответ сама. Так, ты ищешь ответы в битве? Я не знаю, что там за проекты выходят. Я посмотрел о проекты, но такое. Watch Dogs там новый выходит. Ой-ой, почти же завалил. Да. И рыбку позвать. Да зараза. В Destiny поиграй. Кстати. Titanfall 2. Рыбка. Впечатляет, твоя техника только становится лучше со временем. Я ценю твою доброту, так сказать, но я думаю, сказать тебе это не просто так похвала. Возможно, твои эмоции вернулись после всего. Сначала ты пытаешься БС, что такое БС? Я не хочу сражаться на поле битвы. С тобой на поле битвы. Только страсть еще чувствует после потери эмоций. Это мое желание защищать тебя. Держать тебя в безопасности. Так почему бы тебе не вернуться к обычной жизни? Так что мне нужно... Так мне нужно быть защищенной, да, Дима? Ты не хочешь... Какой Артем? Ну, Артем, да, бывает. Но не, сейчас он не бывает. Видимо, некогда ему. Возможно, я понимаю, возможно, я тоже. Так ведь не нужно говорить ничего больше. Так, Слэйер. Антон, вот только недавно был. Милия будет в порядке? Я не определил. Так что я не скажу кому-нибудь, я чувствую, что другие, что они... Тем, что я скажу, я могу только принимать то, что Милия... Милю защищу, короче. Ты верил, что жизнь девает, не знаю, поглощает эмоции такое и делает тебя несчастливым? Или есть единственная причина жить достаточно
Я не понял насчет удовлетворения, я не скажу, что я несчастлив, нет больше, чем когда я был счастливее Сэрслэйр. Я уверен, вы поймете. Вы живете в мире без единственного инконвенинс, это значит. Блин, конвенинс, что такое это? Возможно, мы можем просто найти ответ вместе. Надо сначала сразиться, а потом уже найти ответ. Во всех японских играх ищут ответ только через драку. Надо привыкнуть к этому. А, понятно. Да ты! Что-то оборзел, я смотрю. Рыбку вызываю. А, он отбил мою рыбку? Серьезно? Блин, я думал, она, эта рыбка, постоянно будет. Оказывается, рыбка пропадает, когда меня ударяет. Не знал об этом. Зараза. Блин. Зараза. Слишком сильнее меня. Это время завладеть твоим разумом, но я не сомневаюсь, что твое тело... Ну что прочитать? Я чувствую, что нет напряжения, когда мы сражаемся, если это будет ценой, которую ты платишь для вас... Если это цена, которую ты заплатил за воскрешение, это был неверный шаг, видимо. Тут на YouTube плохо работает. Good Game плохо работает. Good Game отвратно работает. Good Game подключается. Даже сами из рестрим-чата сказали, что Good Game не могут исправить баг уже целую неделю. Что-то там администрация Good Game совсем. То ли она в отпуске, то ли что. Блин, зараза. Рыбка — это хорошо. Зараза! Да блин, зараза! Поиграл. Ладно, один раунд хоть.
Его в рестре добавить не мог. Good game. Я тоже. Он перестал нормально работать. Да блин. А блин, не дает, а? Блин, рыбка это имба, конечно. Астониш, я не знаю, что такое в этот последний момент. Я не верю, что ты победил меня, видимо. Ты джест, что значит, ты шут. Если мы не остановим в этот момент, я думаю, мы не есть какая-то сила. В этот последний момент, кажется, что мы нашли кое-что в тебе. Надеюсь, это столкновение или чего? Контрадикшн, это что такое? Контрадикшн? Столкновение, наверное. Или противостояние? Во время нашей битвы я чувствовал, что если моя полная сила недостаточно преобладает надо мной, я могу... Блин, не успеваю. Однако это не всегда случай в битве людей, типа. Я часто видел внезапно, когда... Я это... имею в виду, что я не защитил Милию. Со всей моей силой. В этот момент мое тело двигалось быстрее, чем мой разум мог реагировать. Изумительно, чудесно, превосходно. Сейчас послушай Зато. Это что-то обычный человек делает без раздумий. Но ты получил знания. То же самое. Просто это одна вещь удовлетворяет тебя. Ты можешь закончить... У тебя есть великая надежда, что-то там... Я не могу понять. Я... Что имеется в виду, я понятия особо не имею. Сейчас я отойду на время. Скоро вернусь. Да, проблема не только у тебя одного.
Страшного. Сколько там? 4-5 тысяч начислили. Так. Где музыка? Так, все это прикопилось. Глаза в твоей голове. Не те глаза в твоей голове, или как это перевести? Или не имей глаз на своей голове? Ну да, долго я тут просидел. Ладно. Запись.